Анна, наша слушательница, спрашивает, что вы думаете о судьбе Российской Академии Наук, для какой цели эта реформа, которую Анна ставит в кавычки? Я о ней не думаю. Я не думаю о судьбе Российской Академии Наук, потому что я не очень понимаю, зачем она нужна. Зачем нужна Академия в отсутствии науки? Зачем нужна Академия, когда ее слово, ее голос ничего не весит? А зачем нужна Академия, которая абсолютно ручная? Вот Фортов, он, я пишу как раз об этом сейчас в собеседовании, Фортов мужественный человек. Он под парусом ходил вокруг мыса Горн. Он был на Южном полюсе. Спускался в батискафе на дно Байкала. А неужели это все не страшнее, чем Владимир Путин? А он, тем не менее, при виде его демонстрирует абсолютную восковую податливость. Мне это не очень нравится, и я хотел бы видеть в Академии наук независимую интеллектуальную силу. А раз она не является такой интеллектуальной силой, судьба ее собственности меня не заботит абсолютно.